случайно наткнулся на какую-то игрушку Трикитракс. Весит всего 20 мегов. Но очень прикольная. Графика какая-то стильная. Такая игрушечная. При этом какая-то стильная. И вот такой компромисс, что ли, детализированность и отсутствие ее. С одной стороны, вроде детализировано, с другой стороны, фигня какая-то вообще простенькая. Но глаз, в общем-то, не режет графикой. Вот. Соответственно, тут нужно что-то припарковаться, поставить все 10 колес на площадку, при этом ничего не разрушить. Писька прикольная в машинке. Вот. В общем, игра такая получается, мини-игра, где особо делать нечего. Она прикольная такая. Возможно, если вам нечем заняться, нет особо компа, хотя она тормозит, кстати, если там на хай поставить, там это с ничейком. В общем, она даже на GTX 250, там 20 FPS что-то не дает. Такая на коленке сделанная. Меню особенно у нее прикольное, это вообще пипец, поддос заточенный, как-то. Вот, в общем, незамысловатый достаточно, но прикольный. Все, больше ничего говорить.